Гринберг вернулся в Одессу из санатория «Кавказские минеральные воды» и у себя на работе делится свежими впечатлениями. Он показывает пальцем на групповую фотографию. «Это Варя из Рязани была со мной. Это Женя из Воронежа была с Гиви. А это с этими» и так далее и тому подобное. Один из сотрудников, боцман, видит на фотографии свою жену, которая тоже в это время была в санатории «Кавказские минеральные воды». Он дрожащим голосом спрашивает: «А это с кем?» «А это Галя, наша десятка, самая порядочная. Она как приехала с мужем Карапетом Белисяном, так с ними уехала в Ереван». Знаменитый невропатолог в Одессе Блюмберг встретил на Дерибасовской жену своего пациента Нахимовича. «Скажите», — обращается он к ней, — «как чувствует себя ваш супруг? Он уже избавился от рассеянности». «Ну, как вам сказать, доктор, в общем, лучше. Но, видите ли, еще не совсем. Каждое утро, входя в кухню, он прежде всего стукает меня ложечкой по голове, а затем целует яйцо в смятку».